time ticking, motherfucker, yeah, you know the deal. Keep the fake off my plate, this my only meal. No hands on the clock, time is only real. And no hands when I ride, I don't know the wheel. Living life like a movie is who I truly am. I heard them say I'm destined for greatness, so let me prove it then. The clock is ticking, I stopped giving fucks a year ago. I think I murdered way too many pizzas, cases of cereal. Это мой новый влог. Я надеюсь, вы ждали этого видео, потому что был очень долгий перерыв. Если вы не видели предыдущее видео, обязательно посмотрите. Будет ссылка в описании, ссылка где-то здесь или вот здесь. Обязательно посмотрите. Там мы ездили на Крымский мост, ходили на заброшку, ходили в поход. Очень классный, насыщенный влог получился. Сейчас я иду встречаться с очень классным человеком. Я очень по ней скучала. И наконец-то мы встретимся. Идемте со мной, я вас обожаю. На-н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 а. Вот так снимаю по съемок. Завтра улетает у нас шар, но улетает сегодня вечером. Вот. Там у них такая история, они захотели, короче, на предыстория Альфа Ромео. Вот. Они улетают на разбитом шаре, потом шар взрывается, пока они падают, они обнимают друг друга, падают в море. Да? Потом идет у них уже купание вместо дельфина там с акулами. Вот, морской принц обгоняет акул, и потом наши спасатели на джипах погружаются в воду, короче, и спасают их, вот. Далее у них идет погружение с аквалангом, естественно, как бы без акваланга, вот. Да, и потом они уже выезжают на берег, ну, там дальше МЧСники, как бы, ну, летальный исход. Ну, как бы история, понимаете, ну, она реально стоящая, впечатляющая. Ну, такие эмоции они уже как бы на неделю больше не пробуют, вот, зато запоминающие на всю жизнь. На эту милоту у нас воробьи прилетели, короче, жрать нашу пиццу. Сюха так их усердно кормит. Мы, короче, зашли покушать. Вот. Сидим, очень жарко на улице. Такой чумажий. Я без понятия, почему мои дни во влогах заканчиваются так резко. Но кого это волнует? Смотрим дальше. Вопрос, почему я так долго не снимала видео. Где-то около 2 месяцев я не снимала видео. И я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я сама не знаю ответа, вот серьезно. Возможно, это была какая-то депрессия на протяжении 2 месяцев. Я не знаю, что сказать еще. Потому что я тоже без понятия, почему так произошло, почему я перестала снимать видео. Это зависит не от меня. Вообще никак не от меня, от моего настроения, вдохновения. В принципе, я могла бы снимать видео без настроения, такое возможно. Конечно, они не будут такими искренними, как мои все видео. На самом деле, я снимаю видео только когда я вдохновленная. И очень редко бывает то, что мне надо что-то снять, и у меня просто настроения нет. Проблема в том, что я не знала, что снимать. На Ютубе сейчас очень много похожего контента, то есть все за друг другом повторяют, нет ничего нового. Мне кажется, это скучно, не вдохновляюще, поэтому я не могла снимать видео. Не хотелось снимать то же самое, что снимают очень многие. Я не говорю то, что у меня контент отличается, ну просто поэтому-то я и не снимала видео. Сейчас я решила больше перейти на влоги. Ребят, конечно, я не забываю про преображение комнаты и DIY, так что не переживайте. И потому что, в принципе, мне это нравится, монтировать одно удовольствие. И просмотров собирают нормально, если сделаешь кликбейт. Какую-нибудь классную превьюху и
название, потому что без этого просто влог не соберет кучу просмотров. Мои влоги очень интересные, я очень ими стараюсь, они не хуже, чем у популярных топовых видеоблогеров, которые снимают влоги. Ну, в принципе, да, все, что хотела, я сказала, так что побежали домой. Привет, ребята, сегодня 2 июня, и сегодня, именно сегодня, офигительное мероприятие. Сегодня карнавал в Геленджике, это очень важное событие для Геленджика, и сегодня мы будем тусить, и я вам все покажу обязательно. Поехали! In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. And in my mind, in ветер все портит. В прошлом году был дождь, когда был карнавал. В этом ветер. Что на следующий год будет? Торнадо. Мы на красный идем. Офигеть, мы нарушаем правила. Вот они тут репетируют, потом пойдут, все будут улыбаться, махать, все можно будет. Вот так происходит подготовка к карнавалу, просто куча людей. И все такие переживают. На самом деле, я бы тоже переживала. В следующем году, 2 июня, приходите на наш концерт. Мы как раз научимся петь. Кто хранит телефон в носке, просто. О, сейчас уже начнется. Пойдем, Карина, обратно. 19:15 начнется шествие, а у нас время 19:03. Очень устали, очень вот, классный, долбаем, крутой день. Хорошо сидим. Ну все.